В общем-то, мы договорились с ним встретиться в довольно-таки непонятном для меня месте. Это вот около вот такого забора с колючей проволокой. В общем-то, он должен стоять где-то вот за тем углом примерно. Где-то вот там вот мы договорились встретиться, да? Вот сейчас мы туда придем. В общем-то, Грифер вообще сумасшедший. Вы, ребят, видели тот ролик, где мы в КС-ке с ним играли? Он вообще какой-то дурак, он даже говорить не умел. Он просто мычал, как зомби какой-то, вот. В общем-то, что, мы подходим к месту. И, кстати говоря, я на этот раз подготовился более серьезнее. Я взял ножик, нож бабушку мой. Так что, если он меня нападет с какой-нибудь кувалдой или топором, то на этот раз я буду с оружием и смогу дать ему отпор. В общем-то, что, подходим к этому месту. Так, мы подходим, в общем-то, вот угол этот. Ой. Ты кто? Это что, зомби, что ли? Ты что? Это что за фигня? Пацаны, у него мозгов нету. У него все в крови на голове. Он весь в крови, у него руки. Блин, он там кого-то ел. Пипец. Что за бред? Пора валить нахрен. Выбегаем, пацаны. Ребята, я знаю, короче, как обхитрить зомби. Надо, короче... Так, он вроде далеко. Надо просто притвориться зомби, и все. Я это видел во многих кино про зомби. И, короче, сейчас попробуем эту тему сделать. Надеюсь, он меня нахрен не покромсает на куски. Он вроде далеко. Сейчас я ставлю штатив, короче говоря, и мы начинаем притворяться зомби. Так, ставим штатив. Все, притворяемся зомби нахрен. Это Спарта! О, пипец! Изи! Изи! Обманул зомби просто на изи! Ребята, пипец! Вот он тупой, реально! Тактика из фильма сработала, нахрен! Смотрите на него! Он ходить быстро не умеет, ребята! Сюда иди, чмо! Слышишь, Грифер? Ну давай, догони, догони, давай, догони. Пипец, ребят, смотрите, он не умеет быстро ходить, жесть. Вот он лох. Можно не постебаться просто. Просто постебаться. Нате, даун. Все нахрен. Ты что, ходячих мертвецов пересмотрел? Пошел отсюда. Ой, ну нахрен, ты чё, ускорился-то, слышишь? Полегче давай, пипец. Так, ставим штатив. Говорят, зомби надо убивать в голову ножом. Сейчас я проверю это, ребята. Так, открываем нож, я готов. What the fuck? Всем привет, ребята, с вами Дак. Сегодня мы идем на бой с Грифером. В общем-то, мы подходим к этому месту и... Что такое? Ребята, смотрите. Эй, мужик. Здорово. У тебя все в порядке? Да, дебись. А что тут делаешь-то? С дома моя хата. Это твоя хата? Да, моя хата. А что у тебя пустая бутылка пива? Это, она целая. А-а-а. Да. Ну, этот, нормально отдыхается-то? Да, хорошо. Ну, я тебе, короче, вот у меня... Деньги? Деньги. Ты что, это деньги? На. Это что, деньги? Спасибо. Да не за что, братан. Обращайся. А это что, у тебя камера? Да нет, тебе показалось. Да это смотри. Зачем? А ты что снимаешь? А чё? Для ютуба? Ну да. Бля! Ты чё, антигритель шоу снимаешь? Ты чё, откуда ты знаешь? Я жду пацана на встречу. Ты пацана ждёшь? Да, для встречи. А, для. Так это ты что ли? Да. А ты чё, бомж что ли? Да. Отойди от меня, отойди. Я погоди, мы погоди. Снимали свое видео, бля. Ты чё, бутылку взял? Не агрессивно, не агрессивничай. А как ты меня загриферил-то? У тебя же компьютера-то нету, ты ж бомж. Есть. Всё есть, отъебись. Ты чё, серьезно что ли? Да. Ты не прикалывайся, это не может быть ты. Ты сука, я тебя убью нахуй. Не надо, погоди. Не агрессивничай. Ладно, пора валить, пацаны.
Это грифер. Это тот грифер, пацаны. Что творишь? Пацаны, это ж это пипец. Ты сумасшедший! Ты сумасшедший! Стой! Стой! Ты что творишь? Зачем ты кинул стекляшку? Блять, где она? Где она? Где она? Блин, он уже близко. Он уже близко. Нашел. Нормально. Сойдет. Так, ставим штиф. Осторожно. Чего ты там говорил? Давай! Иди нахуй, сука! Отошел от меня, псина. На. Тихо, убегай, вали отсюда, вали. Я ему ногу порезал, пацаны. Жесть. Вали свою помойку, бомж! Ладно! Ну что, ребята, в общем-то, все, он убежал в свою помойку. Это была полнейшая жесть, ребята. В общем-то, я сейчас быстро собираю свои вещи и валю отсюда нахрен. Потому что это реально псих-бомж какой-то вообще. Ладно, мне пора домой, короче, все. Всем пока. Привет, ребята, с вами Дак. Сегодня мы идем на бой с грифером. В общем-то, со мной сегодня мой оператор. Поздоровайся. Всем привет. Ну вот, короче, мы подходим к этому месту. Вот это место, покажи всем. Вот оно. Он какое-то странное место выбрал. Я не понимаю, зачем сюда идти было. Вот. Ну, в общем, будем сейчас ждать его. По идее, он где-то тут должен подойти сюда в скором времени. Мы пришли заранее, конечно же, чтобы показать вам это место. Ну чё, короче, будем ждать его и тогда продолжим, когда будет что-нибудь прикольное. Чё-то его нету нигде, вообще нету. Странно, чё сделал? Чё? Дичь какая-то творится. Я туда не пойду, кстати, иди. Зачем? Возьми хоть камень! Да бомжи тусят, как обычно. Вот. Давай я взял камень. Тихо-тихо, да, ты умный. Ты хочешь туда идти? Я ничего-то не особо. Иди давай, иди сам, иди давай. Я что-то не очень. Я сочкую. Странно. Подожди. Подожди, я посмотрю, ты хоть приоткрой, что он зверь. А ты уверен, что она открыта-то вообще? Да, она открытая. Он только что ее открыл. Чего? Давай, посмотри, тихо. Тихо, сейчас я посмотрю, ты свет туда и что, у меня камера. Тихо, что там за дебил? О, какой-то дурак. Блядь, на камень. Убегай. Я не знаю. Ну нахер, короче, беги. Ты камеру потерял. Так, я, короче, блин, достал телефон, короче, бежал. Достал телефон? Да, телефон. Да, блин, телефон достал, что, дебил, блин, что ли? Куда бежать-то, блядь? Что за говно? Подожди. Да беги дальше, блядь. Тихо. У нас не запалит. Да тут тупик. О, тихо, блядь, спрячься нахуй. Сиди тихо, блядь. Надо же, мы в говнике, он сим от этого дебила. Может, набьем ему рожу? Так давай. Тихо, блядь. Снимай его там. Давай, снимай его, легко сказать. Блядь, ты этот дебил нас ищет. Тихо, сейчас посмотрим, что он там делает. Так, что за говно? Тихо, иди. Тихо, слушай. Погоди, дай я посмотрю. Подожди, стой, куда пошел? Я первый посмотрю. Бред какой-то. Годный контент снимаем сразу. Актер без Оскара. Короче, надо попробовать проскочить. Я чуть. Первый бегу. Нахер этого школьника. Давай. Я первый побегу. Ты за мной. Давай. Блин, дебилы эти. Даня, беги! Даня, что делаешь-то? Тихо. Что эти дебилы там делают? Что это за говно? Давай сюда!
А, дебил! Бежим! Ну, нахер! Тихо! Больной придурок, походу, упал! Но я к нему не пойду, он вообще обезумевший. Я тоже. Школьник. Тихо. Давай пойдем проверим, что с ним. Давай, давай, давай. Эй, петушок! Эй, как твоя берцовая кость? Ты кто вообще? Ты кот, что ли, Грифер? Ай, дебил. Грифер, что ли, тот? Я не понимаю. Даня, давай, Даня. Реально. Подойди, посмотри, что это же. Ну, нахер. Актер без Оскара. Вот куда? Иди сюда. Происходит, видишь? Да. У него ломка, он не играл пару часов в Майнкрафт. Пипец, просто. Че за лайки ты не сделаешь на Ютубе? Я забрал у него нож. Без оружия. Ну, ну, уйди от меня, псих. Надо уходить, слышишь? Да, да, я тоже так думаю. Пошел ты! Ветер! Обойдешься, петух! Короче, мы вышли сухими из воды. Короче, мы убегаем отсюда нахрен, да, чтобы тогда нас беги. Он не догнал. Ща... Погоди, посмотри. Смотри, он походу готовится за нами бежать. Или... Ножик здесь! Ножик здесь! Давай! Он вообще психа, больной какой-то. Ну что, наверное, убегаем вообще. Болит, он быстро двигается. Тихо, у нас есть его оружие, дай мне. Давай, отпугни его ножом! Я и буду снимать, ну нахер. Полезай в гараж! В гараж, вали! Вот так вот. Выбрать камень, тихо. Бегай в гараж. Давай, вали в гараж. В гараж, вали. Лёха, вали в гараж. Иди сюда. Гони его отсюда! Гони его! Не огрызаться, пёс, вали! Вали! Будешь знать, как гриферить! У! Даня, покажи ему! Так ему и надо, йоу! Даня, скажите что-нибудь! Тихо, за кадром, дайте мы с вами возьмем вас интервью. Что можете сказать по этому поводу? Что это за обезумевший психопат? Я не понимаю, это он, походу, это тот самый грифер был, который нас вызвал. Да. А он знал, что мы видео будем снимать? Так, наверное, да. Ну да, такое не сделаешь. Ну как бы да. Блин, ну это жестко. Я думаю, наверное, надо закончить на этом. Пойдем отсюда побыстрее нахрен валим. Ну что ж, ребята, на этом все. Если вы хотите, чтобы я еще нашел всяких читеров, вот таких, как он, психов, вот, который убежал в гараж, кстати говоря, не знаю, что с ним там будет дальше. Вот, ну, в общем-то, набираем 150 лайков над этим видеороликом, и мы с оператором моим идем искать новых гриферов в реальной жизни. Всем пока. Всем привет, ребята, с вами Дак. Сегодня я иду на бой с читером, и именно с тем читером, который был в тот раз в КС-ке. Вот, он забил мне стрелу, как вы помните. Сейчас я иду на нее. В общем-то, я пришел немного пораньше, чтобы положить камеру на нужное место, подготовиться и, в общем, надрать задницу этому тупому читеру. Я надеюсь, он будет драться, потому что, возможно, он вообще засыт. Вот. В общем-то, сейчас я подхожу к этому месту, мы будем примерно тут драться, вот. Сейчас я тогда положу камеру на нужное место, чтобы ее не видели никто, и спрячусь где-нибудь, чтобы потом подождать его. Вот. Сейчас я установлю камеру. Все, ребят, камера установлена. Сейчас я пойду прятаться. И, в общем-то, увидимся, когда читер подойдет. Слышишь, пацан? Чего тебе? Да ты читер. Какой? Ты меня на бой вызвал. Чего? Какой? Читер, ты не счет. Ты будешь еще читерить? Будешь читерить, говори. Я от меня не буду ничего. Иди сюда,
Еще раз зачитеришь, я тебя найду. Ну что, ребята, читер засал, короче, он убежал куда-то. Он плакал, я, походу, ему разбил ногу. Это с вами Дак. Сегодня мы идем на очередной бой с гриферами. Мы с ним договорились встретиться в очень страшном месте. Это лес, ребята. Вот этот лес. Это жесть. Сейчас уже довольно-таки поздно, скоро будет темнеть. Я буду его ждать, и тогда я начну снимать, когда будет что-то очень-очень интересное. Ну, а пока что пауза. Ребята, сущий пипец творится сейчас. Вы послушайте эти звуки. Я не знаю, откуда это доносится, я не понимаю. Ребята, это, походу, звуки. Типа, знаете, кто-то точит там топор какой-то или какой-то нож точит, короче, я не знаю. Кстати, этот парниша, который вызвал меня на бой, он вообще сумасшедший, ребята. Мы с ним ВКонтакте переписывались, он просто такой сумасшедший на голову. Он говорил, что там просто угрожал мне, говорил, что топором меня там зарубит или еще что-то, типа того описал. Вот, и реально это очень страшно. Ладно, я не знаю, кто там, но я думаю подойти к нему поближе. Возможно, это будет именно он, я не знаю, ребята. Кто там такой? Ой, что это кто? Пацаны, это что, тот грифер, что ли? Он нас не замечает. Эй, пацан. Ты кто? Ты чё творишь? Я убью тебя. За что? Я тебя давно ждал. За что? Чего я тебе сделал? За твои прошлые грехи, понял меня? А ты кто? Тебе недолго осталось. Кто ты такой вообще, скажи? Душа пропащая. Скоро мы с тобой встретимся! Ты грифер, что ли? Грифер? Вот как ты меня назвал. Ну сейчас посмотрим. Я намотаю твои кишки. Ты что, сумасшедший, что ли? Парень, успокойся. Что за дела-то? Что это за маньяк, пипец какой-то? Пацаны, блин, это жесть. Он, блин, близко. Валим, валим, валим. Пипец. Пипец, просто пипец. Пипец, он меня не заметил. Валим, пипец, надо валить быстрее, быстрее просто. Блин, он за мной бежит. Он бежит за мной. Что мне делать-то теперь? Что-то пипец творится, пацаны, пацаны. Ты что творишь? Ты чё? Сука. На, сука, поди, даун. Убью тебя! Уйди, я тебя сейчас убью. У меня топор. Пошел отсюда. Блин, валим, пацаны. Пофигу на этот топор. Пипец. Валим. Ребята, короче, мы спаслись. Мы, короче, походу оторвались с вами, дорогие друзья. Это была полная жесть. У меня до сих пор коленки дрожат от страха. Это жесть, он был просто с топором, короче. Ну так вот, ребята. В общем-то, спасибо, в общем-то, за просмотр. Это кто там на картинке у меня? Это что за фигня? Ну-ка, стойте, погодите-ка. Это он! Что? Как он меня нашел? Пипец, он идет!